Желает успеха тебе, Макс. Ехал. Сегодня очередная серия Metal TV. Вот, сегодня буду делать видеообзор моего издания на аудиокассетах. Это вот мой лейбл, что. Вот на этом самом. На Gold Star. А это вот под лейбл Depressive Illusion Records, Vibre Chocolat Records. Вот. Вот оно самое. Вот такое оформление на Depressive Illusion Records. Сейчас поставим кассетку для ознакомления. Какая разница. Так вот, сюда поставим. Аппарат работает. Так, вот как кассетка выглядит. О, упрощенный вариант. У меня, конечно, на лейбле покруче. Max Records. Сейчас Cyber Max Digital Records. Поехало вступление. Или это вторая Infinity, по-моему, тема. Да. Это вторая сторона, тема Infinity, да, точно. Это в 99 году писал, уже забыл. У этого проекта всего два альбома. Этот альбом и 2000 альбом еще я сделал. А вот как выглядит на моем лейбле кассета. Вот Gold Star, да, настоящий. Вот, а вот мое оформление, как выглядит. О! Для ознакомления этот альбом у меня есть на моем канале Максим Вехов. Есть этот альбом. Вот как выглядит мое оформление, а? Мое оформление покруче, конечно. Это я сам рисовал, логотип сам рисовал, вот это название альбома «Энергия зла». Dark Ambient такой был. Dark Ambient Avantgarde Black Metal, не знаю, как его назвать. Такая мрачная атмосфера, да, я любитель. Раньше было атмосферой мрачной нагонять. Погромче сделаем. Также этот альбом вышел в формате CDR на моем лейбле. И на Cool Minis Records также я издал в том году, в 2017. Ну вот как выглядит мое оформление. У меня, конечно, звучит лучше кассета по качеству. Вот.
покупай кассеты у меня, покупай на Debris Illusion Records кассеты. Все, всем успеха желает Максим Вехов. Heavy Metal Warhol. Metal телевидение. Смотри Metal TV на моем канале. Каждую среду, каждое воскресенье подписывайся на мой канал, поддержи мой проект. Покажи материальную поддержку. Номер карты указан в разделе. На канале. Все, пока-пока.